первом матче недели в Казани «Уникс» принимал «Цмоки» Минск. Хозяева начали бодро. После этого данка Алекса Таюса они оторвались от соперников на 8 очков. Тренера «Цмоки» такая ситуация точно не устраивала. Доминес Барнетт набрал 2 очка после отличной передачи от Максима Салаша. Но «Уникс» был просто неудержим. Только посмотрите, какой мяч с сопротивлением положил Джамар Смит. А форвард казанцев Валерий Лиходей обновил личный рекорд сезона уже в первой половине матча, набрав 16 очков. Командное нападение буксует? Не беда. Просто отдайте мяч Роберту Лоури. Шикарный проход и попадание с фолом от защитника «Цмоки». Перед большим перерывом в кольцо «Уникса» залетела бомба. Это Бранко Миркович готовится к конкурсу трехочковых на матче звезд в Москве. А вот еще один базер от капитана «Цмоки». Эй, Бранко, прибереги несколько трехочковых на матч звезд. Казанцы отдавать победу не собирались. Дмитрий Узинский забил издали важную треху. Артем Клименко поставил эффектную точку в матче. Подбор в нападении и слэм. 85-71. «Уникс» обыгрывает «Смоки» на паркете казанского баскет-холла.